Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и этим видео я начинаю очередной ФФА-сериал в мире шестой цивилизации. Я играю за матушку Россию против семи соперников. Сандро за Америку, Джек за Францию, Димка Бао за Спарту, Калипсо, он же Жаба-дед, за Грецию, Фальке за Монтезуму, Арчи за Австралию и Риверсайд за Китай. Игра получилась долгой, поэтому будет разбита на серии. Ну и традиционно напоминаю, пожалуйста, воздержитесь от бессодержательных спойлеров и от оскорблений игроков. Приятного просмотра. Всем удачи, интересной игры. Так расскажите, почему теперь быстро игры проходят всего за 4 часа? Что, на восьмерых прям все так быстро выносят друг друга, что все? В этой группе, может, и не быстро, но там просто играют поагрессивнее ребята. Embrace the chill winds of the motherland, Tsar Peter. Там, если у тебя нету 500 армий, к 40-му ходу ты проиграл. Ну окей, ну вот вы там играете постоянно, что... Через 3-4 часа все равно кто-то один так вырвется вперед, что все признают его победителем? Да. Тот, кто, например, соседа забрал и имеет армию большую, у него там 15 городов уже получается где-то так вот. Все уже бесполезно с ним. Что за дело? Так, ну типичное российское место. С тундрой. Еда есть, 3 еды. Даже производство есть. В принципе, тундра у меня работает. Ну, не знаю, я не хочу уходить. О, калинка-малинка пошла. Так, начинаем сразу с еды. Естественно, и естественно с разведчиков. Так, значит, мне орошение. Так, мы с Богом кузни или без Бога кузни? Без. Давайте голосовать быстренько в чате, пока таймер не пошел. Плюс это что? Плюс это за. За то, что есть. Дайте на животноводство. Ну, даже для России как-то не очень место. Тем не менее, играть можно. Можно, видимо, будет пантеон быстренько получить. Вот производство есть. Сколько стоит клетку? А, я ход закончу. Сейчас, 35. Маленько, надо все-таки. Я боюсь, она меня будет раздражать. Вы извините, я уберу музыку. Так, побежали смотреть. Мы играем без мода, без мода на интерфейс, без мода на саму игру. Стоит время 150 секунд. 150 секунд каждый ход, да, будет стоять время? Но мы первые ходов 40-50 ходим по полтаймера максимум. Это фиксированный таймер, потому что на восьмерых тут будет потом по 7-10 минут. Ну да, да. Вот в Endless Space 2 там столько всяких настроек по этому поводу вообще.
В Endless Space 2 по этому поводу столько всяких настроек. Там можно поставить таймер на всю игру, можно поставить таймер на ход, поставить плюсы за каждую эпоху, за каждый город. Развлекайся как хочешь. Что, не цепляет? А? Не цепляет? Короче. Не понял. Все, все нормально. Прошел колледж. Да я отходи просто. О, орошение ускорили. Найс. Так. Вырос. Ну, к сожалению, 3 еды больше нету. I am fond of pigs. Так, ну пошли в орошение тогда, раз такое дело. Пытаться этот лагерь уничтожить. О, Преслов. Я его первый нашел, точнее, он меня первый нашел. Жаба, привет. Здорово. Внизу ты живешь, да? А ты где? Я слева от тебя. А я тебя еще не увидел. Ты воина увидел, наверное, да? Да, воин стоит на этом. Как далеко ты отсюда? Что за тормоза у меня какие-то? В 5 клеток. Так, засох. When you find yourself in a hole, quit digging. К сожалению, опять... Случайно пропустил возможность начать запись. Ну, тут ничего интересного не происходило. Я вот отметил, где я хочу города ставить. Я на каком-то отшибе, похоже, нахожусь. Ну, что-то как-то справа вообще какая-то унылая территория. Да нормально. Сверху от тебя. Нет, там воды просто нет. А, сверху от меня там... Ну, вот эта вот речка просто идет, а вот между мной и речкой ничего нет. Полечусь. А, ну там, правда, побережье, может, на нем буду стереться. Камень обработаю пока. Что у меня, понимаешь, у меня внизу голая тундра, даже без холмов. А там леса? Нету лесов. Где пшеница? На одну клетку правее пшеница. Момент. Точнее, левее. Фалька. Вот я вижу, что мы рядом. Да, мы поместимся. Моя левый трюфель мой тогда крайний. Да, да, забирай. Фальке, это Америка. Я меточку поставил, и я вижу, что мы рядом. Я не собираюсь туда с города далеко там ставить, но это получается 4-й радиус от столицы. Я на овцах поставлю, чтобы тебе там ничего не влочить. У меня просто варианта нет. Просто предупреждаю. Ты иди спокойно, смерть, я... Не, я к тому, что нормально, да? Так. Отлично. Все. Или можно на клетку выше поставить. Хотя нет. Ставлю я, наверное, овец. Нет смысла. Не, я поставлю туда, куда поставил. 200 стоит. Метку. О, а что ты не дошел до... Что там встретил, интересно? Что? Кто там встретил интересного наверху? Выше Парижа есть Карфаген. Сандра, чё ты до Маска-то не дошёл?
Да куда тут дойдешь, там горы, и мне, я вон лагерь этот появился как бонус, а, понимаешь? А, ты к нему побежал, да, я понял. Да. Не, ну просто я снизу по тундре иду, по голой. Ты туда не ходи. Я думаю, накопить денег и купить. Ты туда ходи. Туда ходи, да. Следующего поселенца. Ну, на самом деле позиция далеко не радостная. В плане ресурсов. Так, раз, два, три... Где? Может, вот сюда поставить? Тогда можно будет вот сюда город поставить. Да? Это варвары начали валить. Ну да, в принципе, так-то плотничком получается. Не могу никак континент найти еще один. Что, и все еще не нахожу, да? Очень жаль. Какие 40 секунд? Вот у меня переход таймера до сих пор полхода. Да, уже полтаймера прошло. Я хожу. У меня сразу происходит начало хода. Нет, это просто я с ними воюю, тут их много. Ты уже чудо разведал? Ты зря это слово сказал, сейчас жаба туда побежит. Какое чудо у вас? Такое себе. Не жаба, а Калиста. Не, он все еще жаба. Калиста, это же этот, корабль Одиссея, по-моему, да? Это богиня. Богиня, да. Богиня, это понятно, еще... А, нет, не Одиссея, а Кустоком, а Калипсо назывался. Я думаю, они назвали в честь богини. Таймер. Территорию какую-то печальную завезли американцам. Ну, по тебе влево вот такой рыб по реке куча селится. Конечно. Ну вот но... по реке там пихнуть. У меня два только помещается. Но селиться сюда. Ну, начнем с того, что это не богиня. Ради рыбы, по-моему. Ну почему два? Раз, два и третий вниз совсем вот в горе под Кумаси. Посмотрим сейчас. Один над лошадьми. Сейчас варвары нас отпустят. А, ну вот сейчас у меня тоже таймер как-то долго. Да не, это будет с каждым разом все хуже и хуже. Нет, наоборот. На экране больше, если их много появляется, тогда он начинает тормозить таймер. Именно. Да, так я новый континент и не открыл. Сейчас я без этого континента открою. Ладно. В раннюю империю дальше пойдем. А что ты не хочешь прям ниже поставить даже еще? Кведук кинул бы и все, забрал бы. Все и 77. Там можно и ниже, просто там речка. Ну так как ведук тебя спасет, так горы слева, справа. Прям можно даже на эту ставить, на клетку. Не знаю, ребята, как у вас, у меня 53 секунды осталось. До... Там и до алмазов, до овец достаешь, блин, все тайны обработаешь. Чудо. Ну, может, ты прав. Мне кажется, вот тут нету смысла город ставить.
Просто я из-за речки туда ставлю, понимаешь? А возможно, вот тут имеет смысл, но опять же, одна тундра и тут рыбы, да? Вот тут нормальный еще будет город, тут тоже будет нормальный. Тут просто помощники пришли. Можно вот сюда еще нормально. Красное. Потом Преслов можно захватить, например. Помочь решили. Чудом. Так, а это без мода на... Джек, разведом, пожалуйста, которую... Демографию теперь не посмотреть никак, да? Нет. F10 пропала. Не услышал, каким разведом? Который над базой Конго стоит. А, это не твой разведчик. Это не мой. Понял. Я последний еще, кто не поставил город. Явно из-за этого у меня мало очков. 8, да. Сами да, ты можешь вообще город. Институты, то есть народ там континенты понаходил. Много раз. Нормально там. Там выше Марселя, у тебя там люксов будет просто. When wasteful war shall statues of the nation lives by exchange. Он сам, я смотри, взял клеточку, какую нужно. Ну, окей. Вот и второй континент. Думаю, чтобы убить этот лагерь, все-таки важнее политика. Я на... Я тебе говорю, еще дальше, ниже можно. Ну ладно, уже сделано. О, третий. На клеточку ниже бы поставил бы вообще. Третью ГГшку нашел, это круто. Там просто юж... Ты понимаешь, там тундра на Йосемите. Вторая половина там отстойная, у чуда. Да? Угу. Так а у чего, у тебя те клетки, которые наверху, ты там выше еще город столицы поставишь? Я думаю, что где коровы, ты там те клетки так обработаешь? Там, где коровы, там будет... Ну, посмотрим сейчас. Австралия. На любой район построить. Надо военный строить. Теперь народ играет через военные районы, потому что они дают производство раньше, чем другие районы. Наверное, зря я клетки выкупал. Надо было сохранить денежки на... на поселенца. Skill without imagination is craftsmanship and gives us many useful objects, such as wickerwork picnic baskets. Боже, где все? Я не понимаю. Уничтожьте трех варваров. Я уничтожил только одного.
Боюсь, и это я не ускорю. Что очень плохо. Так, следующим ходом он ускорится. Давайте, наверное, еще прачника тогда построим. Да, как-то я вообще отдельно от всех. Типа развивайся не хочу. Ну тут же кто-то со мной рядом, вот тут же карту уже кто-то нашел. Почему он вновь? Ну а что ты так? Зря ты на эти холмики-то ниже, блин, холмы, в конце концов. Это промочка. Не, я про горы говорю, которые вот, это гряда горная между Мбамбой. Не, горная гряда, это все хорошо. Плюс у меня на другом континенте, что тоже хорошо. Я, кстати, так еще второй континент и не нашел. Это да, это очень хорошо. Не знаю, надо где-то вот тут еще придется город ставить. Да, получается бесплатный генерал на старте вообще. В смысле бесплатный генерал? У Америки. А, ну... Очков движения, конечно, не дает, а так, в принципе, да. Кто там уже? Кто-то набивает генерала? Уже кто-то построил эти военный лагерь. Смотри, в принципе, на это место я все-таки не претендую, ты можешь спокойно к реке ставить. Два хода. Ранняя империя. Like to the apples on the Dead Sea shore. Французы. Француз. Письменность. Здорово. А ты далеко от этой пустыни находишься? Ну, средний, я бы сказал. Так он не русский, он белорусский, получается. Арчи, у тебя соседей нету, ты будешь воевать, полководца делаешь. А, так вот кто делает генерала. Ну, Арчи, Арчи. Он, походу, будет... делает. Ну да, хочешь воевать. С тобой? Ну, наверное, да. Как ты сделай другого генерала, ответного, так сказать, алаверды. И пусть он на тебя нападает со своей промахом. Может, он просто шедевры хочет. Жадно в чем-то. Книжки почитать. Точно. Да жабу там сейчас варвары захватят. Ну, конечно. Кстати, а в шестерке варвары захватывают города? Никто не проверял. Захватывают. Захватывают. И прям что, города красного цвета становятся? Не, они все, что, даже разведы захватывают посела, если там ты вдруг. И если ты вдруг убил лагерь, тогда только их захватывают. И посела могут, и рабочего захватить.
люблю я тундру. Столько там поселений обычно бесхозных в тундрах лежит. Вот и где потом еще город ставить? Ну ладно, еще тут я поставлю, тут я поставлю. Which luxuries like air conditioning them. Джек, а ты тут? Да, я тут, а че? Спасу я тебя, грек. Вот если я чуть-чуть левее Марселя город воткну. Все-таки решил на метку поставить? Да, я там еще один сунул на речку. Просто... Я думал, наоборот, ты поставишь выше, а тогда на речку внизу поставишь над лошадьми спокойно. А где ты хочешь левее Марселя поставить? Но если ты поставишь ниже, то у тебя просто влево... Ну, ладно. Нормально там. Сейчас метку поставлю. Все у нас получится. Надо сюда идти французы. Исследовать. Так, Астрахань растет. Видишь? Питер растет. А, ну да, ставь. Мне бы еще это вино прикупить, конечно. А тебе сахар этот нужен? Нет. То есть я могу выкупить прям? Да. Отлично, спасибо. Может, мы еще дружбу подпишем? А, блин, вот варвары появились. Сейчас пойду их мочить. Такие все дружелюбные и мирные. Вот там арчи жабы. Кстати, дружба, дружба. Преслав, видите, хороший у него сахар тут. Ну, вообще, в принципе, ничего такой город. Я бы его таки захватил. Зарение для колеса. Bronze is the mirror of the form. Для добычи ресурсов надо. Of the mine. Я вот Димка. Смотрю, ай, сделка. Вот видишь, уже нет? Кто-то кампус построил. Нет, я... Посмотри просто, я относительно. Я вот думаю, может, с военным лагерем я тогда не торопиться. У меня, в принципе, производство есть. Может, лучше коммерческий район что построить? Ты Thank you.
Он раннюю империю даже еще не открыл. А что ж, куда ж он пошел тогда? Может, в военную традицию? Но он как-то далековато от меня для военной традиции. Военный лагерь он не строил. Так, Австралия. Ты еще раз кинул. Да, я тебя слушаю. Там, видишь, лагерь стоит. Да. А кто там уже кампус построил? Мало того, что построил, так еще там эти проводят гранты исследовательские. Это кто такой? Пакость, не знаю, но кто-то нет. Очень умный. Ну, я навряд ли. Не буду тебя провоцировать. Навряд ли успел. Не, дело не в этом. Я просто хотел взять прачника. Думаешь, Сандра, да? Ну вот я просто смотрю на на цифры и строят тоже. И как бы жаба, жаба стремится. А кто у нас? Гранты там делает. Ну как бы стоит и не так, чтобы очень много на самом-то деле. Согласись. Что? Стоит и не так уж и много. Кого стоит это? Ну ты говоришь, смотришь на циферки. Да. С нами циферки не играют. Стоит не так уж и много. Writing. Не, не так уж и много, но я на всякий случай, вроде бы договорились, все дела, все такое, но плотненько все такое. Я и спрашиваю. Я даже не знаю, что все с этим делать. Я, а наверное, вот пока повремени. Ранняя империя. Отличное решение. Вот и договорились, да? Да. Так, Астрахань. Ну, нормально, пускай так будет. Мне там культура нужна, всякое такое. Понятно. Так, вот рудник для добычи ресурсов. Это мне нужен рабочий и, наверное, медь надо. Или там только стратегический ресурс, я уже не помню. Нет, для добычи просто ресурсы насчет на меди. Тебя тоже прессовал? С другой стороны, ты собирал игру. Даже не знаю. Да не вопрос. Это вообще никак не связано. Я понимаю. Не, ну просто... Территория для расселения огромнейшая. Но такая говняная. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Вода есть только в твоей стороне, а больше нету вообще. Понятно. Да, у кого-то там пряности, я вижу. Ну, у француза очень даже неплохо. Но я не думаю, что у меня имеет смысл сейчас ожидать от француза каких-то поползновений в мою сторону. Давайте строителя доделаем. Просто на меня идти тебе я не рекомендую, потому что я Америка. Арчи, мы будем дружить или ждать тебя? Это так, дружеский совет. Дружеский совет, да. Просто в качестве, знаешь, friendly reminder такой.
Ну, в общем, сейчас решится в следующие два хода, я думаю. Что ты там задумал в следующие два хода? Ну, я тебе скажу. Если решится... Вот. Либо я в развитие пойду, либо будем воевать. О, ты какой. Извини, три хода. Там немножко накладка получилась. А, не получилось. Ну все, выявим. Ничего нового. Боюсь, тут моего лучника сейчас могут... Какая-то Франция в джунглях вся. Отличная Франция. Блин, тут наверху от Конго такая громиннейшая пустыня. Австралийская. Австралия пустыня, это неплохо. О, 8-8. Нет, давайте так сделаем. Тут я поселенца строю. Если сюда. Если туда еще и Петра зайдет, так это вообще шик. Ну что, убьют мне прачника или нет? Ты плохо поставил Нью-Йорк, ты это понимаешь? Я отлично его поставил. Ты хреново его поставил. Я его сносить буду. Сжигать. Зачем? Он хреново стоит. Отлично он стоит. Чем он отлично стоит? Если бы я за Россию не играл, то... Да, блин. Кинул, все, он готов. Что с ним не так-то? Не знаю. Мне не нравится. Даже с... Надо было плюс 5 к боевой мощи. Прости, короче. Кто-то там еще кого-то прощает. А, да, без проблем, я так понял, что это будет сделано. Не, просто ты идешь... Да, не... Не... Даже не... Я знал, что так будет, так что... Когда увидел твоего воина, поэтому ничего не говорю. Так ты бы сказал, куда ты поставил? Я думал, ты там, я стоял, ждал, куда ты пойдешь дальше или нет. Ну вот если я на эту клетку, на месте собственно оставил... говоря, хотел поставить. Эта клетка туда мой город идет. Он идет под барьерный риф. Понимаешь? Ну, логично, я туда, собственно говоря, за этим же и шел. Ну да, но только, блин, у меня столица получается в трех клетках. В третьем радиусом будет пересекаться с этим твоим городом. Как-то нехорошо, учитывая, что ты грец, понимаешь? Ничего личного, чисто бизнес. Ничего личного, чисто бизнес. Слушай, Сандра, у меня есть решение, да, наших проблем. Давай не будем с тобой воевать, а распилим Конго. Давай. А я с ним в дружбе?
печально. А я с ним в войне. Мы с ним-то договорились. Просто я не знаю, как ты на Нью-Йорк будешь идти. Ну вот я уже тоже не знаю. Там я готов, если так. Ну, не, я серьезно говорю, я готов к войне. Спарта, я без претензий к тебе. Ты же понимаешь, не, что я вынужден был это сделать. Не, я понимаю, что нет, у тебя тоже никаких претензий. Так что, хочешь пиль вонять, в смысле воевать, давай воевать. Ну, ты же видишь рельеф какой здесь. Да, рельеф, конечно, не самый удачный. Ну и плюс Конго не самый удачный для Спарты противник. А вот это интересно, с чего? За счет мечей. Гуплеты твои огребают от них. Я вообще считаю, что гуплет это говно юнит. Ну а больше-то нечем воевать. Если ты будешь мечами со мной, то по сути то же самое. Только я свои, мои мечи к твоим лукам и арбалетам не восприимчив. Ну, в принципе, разменялись, да? Я тебе тут немножко культурки поимел. Да? Не в претензии. Ну, так что будем делать? Джек, ты как, ты рабочих воруешь или нет? Я нет. А чё так? Пошло, ворую. Ну, с посылами я согласен. Да, этого не стоит. Мы же живем в мире дружбы с тобой. Рядышком от 59 до 48. Сейчас момент. Не понял, что что-то здесь не так. Мурика. Ну, там, конечно, апгрейд, но все равно, даже с учетом его. Тут хорошие еще у Франции места. Вообще, по-моему, у Франции очень неплохие места по сравнению с моими. У него намного лучше. Какие у вас ГГшки там? Соблазнительные. Ты про Кумаси? Угу. Кумаси хорошо стоит, хороший. О, ГГшка. Вот белорусский. На самом конце, да? На каком самом конце? Карты? Справа. Судя по всему, ты там вообще в отдалении от всех. С краю. На самом конце. На острие ножа, блин. На какого ножа острие? Ну, на том самом, на котором на конце. Острие ножа — это там, где все цивы там посеяны, одна к другой близко, тесно.
Так чё, Греция? Как мы с тобой разойдемся? Ну не знаю, пока то место еще вакантно. Нет, это я сейчас заберу, все, я уже ставлю туда город. Как ты долго его ставишь, там уже стоял посел на этой клетке. Вот, потому что вот так вот я по своего вижу его должен поставить, чем ты предполагал. А, ну да. Ну, я поставил на клетку левее, чтобы гавань ему нормально подошла, а не крабом. Какая разница, гавань зайдет и так? Она же не обязательно к центру города должна быть. Крабов убьешь, считай. И бонус, и от соседства с центром города никак ничего не получишь. Так я туда поставлю центр коммерции, который получит от соседства с центром бонус, а у гавань от центра коммерции получит сосед бонус. И все. Ну просто можно было такой тройничок прям там запилить, там вообще шикарное место будет. Sometimes the wheel turns slow. Не знаю, мне кажется, что гораздо. Ну да, добра добра не ищут. Да. Потому что иначе этот француз с трех клеток атакуется, наверное. Француз. Что? Ты либо сам скаутом убей этого скаута, либо дай мне подойти прачником к нему. Я убегу. Блин, тут холм был, вот как всегда. А с какой целью? Цели, чтобы мне надо вот, хоть немножко... Навигация по звездам. Меня конями сейчас несут. А навигация по звездам. Два морских ресурса. Да, вот Арчи более решительный, чем некоторые. Арчи уже город забрал, как бы. Первым не дефал. Правильно забрал. Че их дефать, эти города? Да, подумаешь. Да. Одним больше, одним меньше. Ну, я не знаю, как ты собрался теперь одним городом 4 дефать. Не знаю. Будешь ты. Да еще у него на 30-м ходу было только два города, считай стольную. Жаба, ты меня. У меня тоже было только два города. Ну, тоже было два города. Не, так если ты идешь через эти как раз военные лагеря, у тебя едва и будет. Ты не успеешь просто построить. Ну, жаба-то пошел в кампусы. Ну жаба, да, он умный и очень. Дефал. И дефался еще. Я думал сейчас, ну, если все пойдет нормально, расселюсь. Не получилось. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, да. Politics is the art of the possible, the attainable, the art of the... Так мне тут физически некуда расселяться просто. А я видел вас. Жаба, ты же видел. Что-то нет. Ну я хотел кампус построить. Так вот. Буду в один город играть. Так, братья наши меньшие, его и старшие. Америка, Конго, что вот с этим вот с этой клеткой будем делать между нами тремя? Какую? А там где два скота, вот эти вот два камня. Так это мое место. Это четвертый радиус от столицы, ё-моё. Так там это четвертый радиус от Конго. И от моей столицы тоже четвертый радиус, но я не рискнул с Америкой. Конго сказал, мы забились, что там все будет нормально. Потому как у меня нет желания воевать с Америкой на ее территории. У меня было, но оно как-то пропало внезапно. Че это? Не знаю. Да я Конго с дерева слез, кинул бананом, бля. Да не, при чем здесь Конго? Я просто посмотрел на то, сколько урона наносится воину в защите. Понял, что что-то здесь не так. Да. Ну что, с тобой-то мириться будем? Ну да. Да. Поломаем сейчас копия друг об дружку. Блин, или может нахрен я его в союзе
какие-то ГГшки. Поленки как? А что у тебя? Поленки? Ага, нормально. А далеко? Оу, я-то знаю, за грядой она, далеко наверх. То есть через всю мою территорию надо идти. Не, она просто очень хреново стоит. У нас вместо нее можно было поставить 3 города. А поскольку мне селиться как бы не особо есть куда. Еще я один лагерь. Думаю. Так. Китай, ну что, мы с тобой поделим крабов? А, ну да. Нужно юниты возвращать, чтобы защищать поселение. Еще один лагерь. О. Да. Точнее, уже поделили. Ну да. Следующим ходом у меня тоже вырастет. Bravery is being the only one who knows you're afraid. Ради посла сейчас открываю. Стокгольм тут разберется. Можно пару прачников купить еще. Я, наверное, так и сделаю. Вот здесь куплю. И здесь куплю. У тебя вроде не скоро обработаются вторые, поэтому кинул. Ну, пойду поселенцев под защиту. Под защитой поселен. Не, у меня калмазы сейчас появятся. А. Меня как раз вот этим ходом сейчас и завезут их. Ты прям на них, что ли, хочешь ставить город? Не-не, у меня они здесь есть еще. А-а-а, так у тебя все-таки есть алмаз. Но они здесь оказались справа еще одни. На краю тундры. Француз кампусы построил, а я коммерческий район. Один, правда. I like to say I practice militant mysticism. Может сменить уже поселенцев? Так, тут с лагерем, значит, разобрались. Конг, у тебя там этот застрял. Разведчик. Ему лучше двигаться вправо. Иначе потом не пройдет. Разведчик? Да-да, под Орлеаном. Так я там отличивался от этого. Какой лагерь не забирает, это там сражения идут. С северянами. Кумаси, чувствуя боль, построил стены. Ты видишь, да? То есть что? Да я вижу. Ты понимаешь, что просто ситуация как бы такая, что, по-моему, железо есть только у него. Да нет. Может, там справа от тебя? У меня есть железо тоже. Единственное, что не в столице каким-то чудом, но... Конь, есть столица у тебя? Конечно.
Есть ли у Конды столица? Не было. Нет, кони, он говорит. Есть у тебя кони в столице? Да, животные. Да, животные? Живут. Я промолчу, ладно? Конголезский скаут на последнем издыхании убил копейщика. Да, вот именно сюда я и собираюсь ставить. А вот тут надо подумать. Наверное, вот сюда. Я вот думаю, Сандра. Да. Поржать поставить два города ради науки. Один сюда. Второй сюда. А я не вижу куда. А, да. Вот он. Там клетки 4 горы, 5 гор. Так это отлично. Отлично, но сами города, видишь, какое говно? Нет, не вижу. До сих пор причем. А до сих пор не видишь. Ну, в общем, там пустыни. Голые пустыни. Выбор. Причем они совершенно беззащитные, получается, оба. Блин, никак не могу прачником убить юнит, чтобы прокачать открытие стрельбы из лука. Может, сейчас наконец-то? Вот давайте и откроем, собственно, лучников. Ну, так себе бонус от Джакарты. Я скорее вот плюс 4 от центра коммерции для этого брал. Лошадки. Китайцы, ты воевать хочешь? Военные лагеря ставишь? Что, ты его подселил? Конечно, хочет. Я спросил, можно ли я там поставлю? Не-не-не. Нельзя. Не буду я воевать. Так, а что уже нанято? Генерал и два ученых.
Да. На этом пока все. Играйте в умные игры, а продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.